Ход конем. По словам главного судьи соревнований Арсена Стамбульяна, популярность этого вида спорта с каждым годом растет. Если в 2014 году количество желающих составляло 600 человек, то в этом году игроков стало в два раза больше. Популярность угаснуть не может, потому что шахматы такой вид спорта, который можно играть в любом возрасте практически, поэтому популярность всегда будет. Другой вопрос, насколько, скажем, часто проводятся профессиональные соревнования. Тут могут быть какие-то периоды больше или меньше. А в общем, популярность на месте. За игральными досками 16 юношей и девушек. Максим Головских, победитель прошлых соревнований, имеет второй взрослый разряд. Игре в шахматы Максима научил дедушка. Привел меня в мелком возрасте в шахматы. Говорит, садись, играй, буду учить тебя, буду развивать. Как-то попытался, и получилось. И дальше все пошло-поехало. Студенты уверены, шахматы помогают развивать мышление и логику. А продумывать ходы наперед пригодится не только в игре, но и в жизни. Следующим этапом спартакиады станут соревнования по теннису, которые пройдут 11 декабря.